Зимовая каска. Калядный баль православной молоди прошел у Гомельском городском центре культуры. Свято ладилось по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана. На баль прибыли не только гомельчане, але и пары из других городов Беларуси. Удельники у прихожих сукенках и костюмах грациозно танцевали под классичную музыку. У программе вальсы, полька, минуэт, кадрили, стародавние контрданцы. Частка танцев была показальной и рыхтавалася загадя на репетициях. В остатніх нумарах могли принять удел все жадаючие. Головное – выконать строгий дресс-код. Репетиции к балу проводятся на протяжении 3 месяцев. Наш хореограф принимает к себе буквально молодежь всех возрастов. Вот. На протяжении 3 месяцев, 2 раза в неделю, ребята репетируют танцы. Требования прописывались заранее и во всех программах, и в пригласительных билетах. Для женщин это бальное платье, либо платье ниже колена, чтобы было. Ребята, рубашка, брюки, традиционный наряд. Гости свята так само приняли удел у доброчинной лотереи, сродки от якой перелічаць Гомельскому дитячому дому.